В общественном транспорте Барнаула можно расплатиться за проезд с помощью банковской карты с бесконтактной технологией. Всего таким сервисом оснащено уже более 600 автобусов, троллейбусов и трамваев. Схема оплаты достаточно проста. Клиент подносит банковскую карту или другое устройство, например, смартфон, в котором установлено данное приложение, к специальному терминалу. Такой аппарат есть у кондуктора или водителя. После операции пассажир на руки получает билет, а необходимая сумма списывается со счета. Этот проект был создан благодаря соглашению между Сбербанком и муниципальным предприятием «Центр Транс» при поддержке администрации Барнаула.